Так, ставка предыдущая оборвалась на... Как раз на пяти, по-моему. Да, на 5. И теперь еще одна. Еще 5. С майором Харченко. Спасибо, кстати, большое, что человек такой вот мальчик сыграл. Ну, а чё, ему тоже интересно, наверное. Наверное. Ключевое слово, наверное. Может, он пьяный дома сидит, ему делать нечего. Первый раз в жизни в шахматы сел, гад. В бесчувствии. В пятницу вечером, кстати, невозможно. Ну ты заедешь туда куда-нибудь или нет? Или ты дома-то хочешь досчитать? Да. Тут он есть вообще? Нет. Ну, ладья 7. Ну, есть выигрыш ладьи. Нам большего и не надо. Что у нас по материалу? Пешку за ладью, отлично. 1-0, поехали. С-с-7-2. Ужасно еще. Настолько кошмар. Почему? Ну, потому что как можно до такого доводить? До какого? До 2-7? Ну да. Чё тебе не нравится? Ну, должно быть 9-0 минимум Ну за нет. такое время. Как нет? Но он нормально играет. Ну я плохо играю, а не он нормально. Но он тоже нормально играет. Я не вижу Нет, недостатков. он позиционно так чуть-чуть ставит, но даже недостаточно. Должно быть. Он Что быстро этот играет. заход был? Так, Быстро он сейчас играет. c4 пойдет и все будет нормально, тем не менее. Ну да, еще он достаточно быстрый. Ну b5-то когда? Чем он задумался? Зачем ты себе структуру испортил? Хотел испортить. Наоборот, я бы его улучшил. Куда d4 забрал. Как ты можешь так говорить? Это же полное отсутствие понимания. Ну что ты делаешь? Ой, это было зевнуто. 0-2. Нет, еще три, да? Да, еще 3. Заканчиваем с веселыми минутками. Их уже сегодня 10 было. На рефлексе я думал, где 5 прошу. Все под боем вообще, весь центр под боем. А, ну, вроде хорошо разгружается для меня. Слоны Наверное. вообще безумные какие-то. Как в этом играть? Это просто g6. Так-то ничего нет. Нет, стоп, так Нет, пишет. на e6, да, упал. И на d7 залазит сюда. Замечательно. Ну, Так, у стоп. него и будет отскок, у него будет отскок, да? Слон d6. Хитрющий какой. Так, что... Все-таки обманул. Ноль три. Все, что ли? Ну, видимо, течение последних трех его не устроило. Да. Если все, то я тебе проиграл два спора подряд. Все, спасибо за внимание.